Приветище, это майор, и сегодня у нас будет рафт. Короче, пойдемте покажу. Покажу, что у меня тут с банановым деревом вышло. В общем, оно выросло. Вот такое вот оно красивенькое. Я думаю, что его можно спокойно переносить наверх. Чайки его точно не склюют. Я его сейчас тут срубаю. Получаю огромное количество бананов, досок. Все это убирается отсюда. Поднимаемся наверх. Ребятки, привет. Блин, придется все-таки... О, пресная вода нужна. Давай тут лужаечки польем, а то у меня тут ребята голодают. Так вот, о чем это я? Нужно расширяться, 100%. Вот елки, пока материал собирал, уже подтемнело. Ну не унывай, дружочек, ты мой лохматенький. Я скоро шерстку с тебя сниму. Значит, для расширения нам нужно сделать вот такие вот штуки. Я надеюсь, что их будет достаточно. Вот куда-нибудь... Блин, а что так неровно ставится-то? Вот прям вот тут вот. О! Вот так вот. Вот так вот. И получается, что у нас вот сюда встает. И вот, типа, вот так вот. Ну, нормалдос. Короче, колышки везде поставил. Теперь осталось тупо настелить наш пол. Расширенный. То есть вот таким вот макаром мы продолжаем застеливать наш второй ярус. Блинский, как неудобно. Тут все лезет в глаза, эта зеленая пеструха. Ну вот, я все сделал. Расширение прошло удачно. Теперь нужно забор здесь продлить. Мудрить не буду, поставлю здесь обычный вот такой вот забор. А вот это теперь можно сносить. Ребятки, у вас расширение жилплощади, я с этим вас поздравляю. Пальму придется тоже срубить, потому что надо будет ее потеснить. Готово. Вот это мы переносим сюда, а вот это сюда. Во! Кокос садим сюда. Вот так вот. Бананзу садим сюда. Все это поливаем. Четко. Ну все, ребятки, развлекайтесь. Сюда, в принципе, можно еще одну альпаку затащить и курицу. Места теперь достаточно. Сварю себе на дорожечку в путешествии, так сказать, овощной супец. Кстати, пойдемте покажу свою клубничечку. Сказка. А вот это что не растет? А, это же картофан у меня тут. Ну, в общем, вообще балдежно, как это все красиво смотрится. Тут еще медочек у меня. Ну что ты там так долго варишь? Я уже с миской стою. Ей, готово. Забираем. Ароматный овощной супец. Красота. Ну все, можно бежать. В атаку! На город! Нашел дверь, в которую мы можем с тобой зайти. Ключ-карта вроде бы у меня есть, поэтому... Да. Мы можем сюда пройти. Мне что-то говорили про минус 20. О! Нулевой этаж, это мы здесь. Значит, мы поднимаемся на 12, а потом на 14. Мне говорили про минус 20 этаж. Я не знаю, где такое, но, видимо, скоро найду. По крайней мере, в комментариях я так прочитал. Приехали. Здравствуйте, здравствуйте. Две квартирки. А, это офис вообще. Это вообще офис. Ну ничего ж себе. Такой нормальный офис. Тут какая-то записка. Монетка. Монетку я заберу. На 12 этаж вид имеет. Особенно, когда смотришь на свою развалюху. Ого, тут кто-то деньги в мусорку выкидывал. Ничего ж себе. Давай заглянем в туалет. Может, я здесь найду мыло? Мыло мне, конечно, бы не помешало. Руки мыть надо, чтобы потом живот не болел. Но тут, к сожалению, даже туалетной бумажки нет. Сейчас вот так вот еще снизу посмотрю, вдруг чьи-нибудь ноги увижу. Скелетонский. Скукота в этом офисе, пойду в другую квартирку. Во, здесь уже квартирка реальная. Или это... О, больно, больно. Чертова крыса. Все, я теперь превращусь в человека-крысеныша. Елки-палки, ну ладно, хоть мясо будет. Жалко, меня не паук укусил. Прикинь, это одно и то же помещение. Я просто тут как бы... Тут можешь вот сюда зайти, вот так вот обойти и выйти здесь же. Вот. Я тут все оббегал, я крыс здесь не видел. Откуда она вылезла? С потолка, что ли, свалилась? Офигеть. Все, мне наскучил 12 этаж, поехали на 14. Надеюсь, там будет интереснее. Похоже, такое же помещение. Слушай, сейчас, секундочку. Но елки-палки, такое же помещение. Хорошо, надо бдеть в оба. Вдруг еще одна крыса какая-нибудь вылезет. Нифига себе, зашел в конференц-зал, а тут изоленты вагон. Обычно это в канцелярском отделе или еще... О, монеточка для кофе, по всей видимости. Куда тут впихать ее можно? Или тут кофе бесплатно раздавали? Ты знаешь, почему на некоторых бумажках вот такие круги? Да потому что они тарелки или кружки на них ставили, на эти бумажки.
Нашел разбитое окно, через которое, по всей видимости, я могу выбраться куда-то. Пойдем на балкон. Действительно, на балкон. Главное не свалиться отсюда, а то будет бобо. На крыше я нашел ящик с рецептом серебристого смузи. Еще и посылочка. Погоди, а туда вот можно же тоже пробраться, правильно же? Я сейчас попробую вот так вот тихонько. Тут надо перепрыгнуть, что ли? Ёлки. О, нифига себе, как я смог. Я смог это. Чума, я настоящий паркурщик. Блин, туда жалко, конечно, не получится пробраться. По вот этой канатной веревочке. Но я попробую. Так. Ну давай, толкнись как-нибудь. О, крыса, смотри, там ходит. Давай-ка я лучше спрыгну. А как я вообще висю? Ну, подтолкнись ты немножко вперед. Не хочет. Ладно, я слазю. Чуть не упал. Блин, падать высоко, капец. Я, знаешь, как в «Матрице» хотел разбежаться и прыгнуть туда. Но, боюсь, от меня останется лепешка. Смотри, вот на эту башню можно попасть при помощи зиплайна. Для этого нам нужно пробраться в это здание, в эту высоточку. Как думаешь, если я отсюда прыгну на ту крышу, я сдохну? Не хочу даже думать об этом. Все, возвращаемся в офис и спускаемся вниз. На нулевой, пожалуйста. Давай мы, может, пока едем вниз, раскрочим подарочек. Что там у нас? Картина. Короче, вот она эта высотка, и нам нужно попасть внутрь. Но для этого надо размотать одного робота. Вот так вот. Нади. О, получай. Готов. Берем у него карточку. Давай, хватай. А, удерживать надо, я совсем. Вот так вот. Карточку свистнули. Теперь я думаю, что мы сможем зайти внутрь. Главное найти проходик. Ага, кажется, я нашел. Всовываем карточку и... На какой этаж мы сможем? Четвертый, всего четвертый этаж. Невысоко. Ну, давай посмотрим, что тут у нас вообще. Вроде бы как это две разные квартиры. Необъединенный сраный офис. Это уже хорошо. Может тут поковыряться по ящичкам, может что свезет, найду. Металлическая стрела. Прикольно хранить такое в кухонных ящиках. А здесь, о, взбитый кокос. Вот это отлично, вот это хорошо. Изоленту еще нашел. Время для моего мачете. Ну что у нас здесь? Сейф вижу, сейф. Сейф со стеклом, шарниром и взрывчатым порошком. Балдеть можно. Вон там на столе даже чипсинки нет. Я, если бы тут были чипсы, я почувствовался Санта-Клаусом, которому оставили печеньки с молоком. Короче, хата зачищена, идем в другую хату. Почему-то ощущаю себя домушником, когда заходишь в заброшенное здание и обыскиваешь его. Еще одно разбитое окно. И куда же оно нас приведет? Выше! Можно вскарабкаться выше. Оу-оу! Нифига себе, насколько выше. Это мы с четвертого этажа поднялись куда? Сейчас увидим. Сейчас найдем. Металлолом, хламье, все это собираем. Нифига себе, да-да-да. И ящик еще. Я это местечко видел, я помню, мы были вон там вот. Вон там вот по карнизу шастали. Как олухи. Так, в ящике было всякого полезного барахла, говнеца. Пригодится. Досочки тоже забираем на забор. Но прикол-то весь в том, что я тут все собрал, а дальше-то как? Тут что ли лезть нужно? Опять рисковать своей шкурой? Это не круто. И, кстати, да, вот видишь, тут зиплайн есть, можно спуститься туда вниз. Там только барахло, там ничего... Вон там, может, ящик, кстати, сейчас. Сейчас посмотрим. Ой-ё, а что тут прыгать надо? А, во. Тут можно вот пройти как? Спрыгиваем, ящик берем. Рецепт ман... Чего? Мангунан? Мангунан? Рецепт мангунан. Это, видимо, банан с манго смешать нужно. Идем дальше. В надежде, что мы тут пройдем. Давай, запрыгивай. Оп-хоп-хоп. Не, я, конечно, все понимаю, но... Ну же, ну же. Так. А, оттуда спуститься? А, так я ж спускался вот так вот. Да, я был на этой крыше, тут чемодан был. Ёлки-палки. Ну, капец. Я оттуда прыгал сюда. Ага, было такое дело, было. А как мне повыше пробраться? Я вон туда хочу попасть. Расскажите, как это мне. Расскажите мне на милость. Я думаю, что нам нужно как-то туда попасть. Пойду здесь тогда. Краюшек. Краюшек. Очень опасный край. А, прикинь, мне тут не пройти? Мне тут не пройти.
и не дают туда зайти. А! Я рисковал ради этого тупика. Смотри, там вон окно разбито, туда явно как-то можно попасть. Возможно, мне просто нужно зайти вот в эту высотку. Тут их как бы две получается. Ну да, вот зиплайна сюда, потом... А тот зиплайн повыше находится, да? Вон на чё, тут вон разбитые окна, тут и вон там. Может, тут это... Как-то лифт можно отправить повыше? Кнопку найти недостающую или ещё чё? Ну, слушай, не, всё, тут четвёртый этаж, это максималочка. Капец. Опаньки, смотри-ка, чё нашёл. На что может потратить деньги? На сраные картинки, которые можно повесить. Или на какие-нибудь беспонтовые цветочки. Ну, хотя беспонтовыми их сложно назвать. Вот цветочки больше имеют толка, чем картины. О, а вот здесь еду. Еду можно купить. Вот это уже другой разговор. Бутылку или стакан. А здесь что? Броню, тесак, магнитофон, рояль. За 8 монет. Круто. Что я тебе хочу сказать? А сколько у меня вообще монет, в принципе? Всего 4 пока что. Буду иметь в виду, есть на что копить. А здесь двери закрыты. Туда не попасть. Идем в 9-й дом. Посмотрим, что у нас здесь. И сперва я бы посмотрел наверх. Может, от нее зиплайны какие-нибудь идут, но нет. Ух ты, 11-й, 13-й этаж. Вот это интересно, интересно. Потусим под музыку лифта. Все, приехали, идем. Нас ждут великие, главные, важные дела. Надеюсь, я все-таки решу головоломку, как мне пробраться в башню. Монеточка. Я уже на самом деле столько монеток насобирал, не под запись. Дело в том, что я тут уже достаточно много брожу и уже устал. У меня башка кругом. Сейчас тебе покажу, сколько я монет уже нашел. 15, а было 4. Ты представляешь, сколько всего я уже тут облазил? А еще я дофига изоленты нашел. Вот я не представляю, ее солить может. 16 изолент, куда мне столько? Электриком заделаться, что ли? Короче, на 13 этаже скучновато. А, это был 11-й. Значит, едем на 13-й. На 13-м стопудово будет что-то какое-то веселуха. Может, крысу встречу, не знаю. Ого. А тут так это, растительное, я хочу сказать. Тут-то у нас чего? Объедки. Да что ж, объедки, по всей видимости, потому что они либо не умели готовить, либо это уже давным-давно протухло и пропало. Ну, а мне что пропало, то съедобно. Мне какая... Сейф! Ёлки-моталки. Я слышу тебя, крысёныш, где ты? Выходи ко мне, пупсёныш. Я слышу, что ты где-то здесь хрюкаешь. Чё, неужели его здесь закрыли? Прикинь, никого. О, окно разбито. В другой мир. Можно наверх залезть. А, вон она, крыса ходит. Ёлки-палки, ты посмотри. Я, короче, решил за крысой не идти, вернуться, все обыскать. И нашел смузи из клубнички с бананом. Ну, это же просто шикарно. Ты только посмотри, какая красота. Еще зонтик такой, вау. Эй, крысеныш, ты куда сдриснул, блин? Стоило за коктейльчиком отойти. Пойдем с ним на разборочку. Вот сюда прыгаем и по кондеям. Вот это я лоханулся. Ладно, прыгаем вот так вот. У меня в последнее время пробел не работает. Попыточка number two. Все, прыгается, все, отличненько. Давай. Хопа. Ага, распрыгиваемся и сразу сюда. И что мы тут имеем? Мы можем запрыгнуть еще выше, можем. Но куда и для чего? Чтобы спуститься туда. А это куда? А фиг его знает. У нас нет другого пути, спускаемся сюда. Я понял, куда я спустился. О, крыса здорова. Да. Да, мы здесь были. Ё-моё, здесь стоял ящик еще. Но я пропустил вот это разбитое окно. Почему-то. Вроде бы... Но двери открыты, да. Я здесь был. Крысёныш, нас разлучила зиплайнерша. Поэтому ты останешься жить. А я отсюда нафиг спрыгиваю. Вот таким вот макаром. Как настоящий тарзан каменных джунглей. Все, уже и ночь на дворе, поэтому надо бы пойти и разгрузиться. Но домой-то я пойду не с пустыми руками. У меня есть еще местечко. Давай один коктейльчик бахнем, что ли. Выкину вот эту каменную стрелу и куплю себе рояль, потому что он тут самый дорогой. Тьфу-то, это было пианино. Я все время путаю пианино с роялем. Еще выкину вот этот вот листик пальмовый и куплю себе радио.
И получен достижение Smell Spender. Типа малые расходы или что-то типа того. Еще бы я бы, наверное, знаешь, что выкинул камень. И вместо него купил бы что-нибудь пожрать. Вот такое вот блюдо со стейком. Красота же, да? Давай купим. Сколько у меня там денег-то осталось? Последняя монетка. Ну, ее ни на что не хватит, кроме кружки воды. Теперь можно с опустошенными, не бренчащими карманами бежать домой. Блин, ну как же круто жаровню смотрится. Она... Так, я, короче, что подумал? Мне ра... Ёлки-палки. Вот это крутота. Я теперь бомбоксер. Еще и пальцем так делаю. Типа, ты, танцуй. А что, где музло? Что не... Что-то плохо ловит, надо встать получше. Во-во, так, норм. Поставлю вот здесь вот, на кухонном столике. Вот так вот. Пусть играет. Тут же, кстати, по-моему, еще кассеты можно было находить, да? Можно выключить, можно включить. Пускай играет, атмосфера огонь вообще с музлом. Теперь нужно понять, куда воткнуть себе пианино. Короче, пианино пока поставлю вот так вот. Сейчас выключу радио и попробую что-нибудь сыграть. Размять пальчики, так сказать. Давай, поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Во, пошло. Давай попробуем сыграть вон то, вот то, что там нарисовано. То есть 7, 6, 7, 3, 2, 3, 5, 6. Надо это только быстро сыграть. Итак, погнали, я вроде бы наловчился. Ну вот, собственно, и все. Пиши в комментариях, как мне дальше тут проходить, потому что я немножечко подзаплыл жирком и не вкуриваю, как мне на зиплайне спуститься к башне. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось. Ну и, конечно, если ты хочешь увидеть продолжение, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!